Продолжение следует. Ну вот мы наконец-то, помимо там, вот этой самой котельной, еще параллельно здесь гоним всякие эти наши четыре контура, ну четыре направления. Вот, обвязал первую батарею, еще 20 осталось. Вот, вот так. Там, значит, мы захерачили специальную такую отражающую фольгу утепленную, чтобы отражало тепло сюда. Поставили незатейливые экранчики для того, чтобы можно было, кстати, тоже включать батареи. И для ремонта они тоже пригодятся. А то у нас ничего не регулировалось. Это была мечта, чтобы хоть что-то регулировалось. Теперь будет регулироваться. Ну вот. Это, как бы сказать, начало. Вот такой бардак у нас тут, блин. Да ладно, бардак. Бардак при любом ремонте. Ну, сейчас по маслу пойдет. Да? Это как там, зачин называется? Да? Почин? Да, почин. По маслу, да, он там, я понимаю. Почин. Бетонные перекрытия еще долбать. Нет, перекрытие это другая тема. Я имею в виду, что сама работа по обвязке. А так по маслу, конечно. Ну, вот все. Ну, ладно. Дай бог, чтобы гладенько. Дай бог, чтобы не поссало нигде потом. Сразу запущу воду. Да. Таких сильных.